Против нацизма демонстрация. Смотри, много народу собралось. Против депортации иностранцев из Германии. На лозунгах, по крайней мере, я вижу. Так, стоп, не увидела. Ну, тоже против депортации. Молодежь в основном. Вот у меня под балконом. Надо было выйти, ну ладно. Солнце неудачно падает. Идут еще дальше с барабанами. Ну-ка, тихо. Туся, тебя и так. Мы уже побывали на демонстрации. Тусю там телевидение снимал. Вот наша осень началась. Мои цветочки. Скоро зацветут. Хризантемки маленькие. Полицейских тоже много полицейских. Видимо, чтобы порядок был и разные группы друг с другом не сталкивались. Ну, все вроде спокойно прошло. Дает это что или нет, не знаю. Полицейская машина, значит, заканчивает путешествие. Алло! Все соседи наши высунули. Смотреть, фотографируют тоже, как я. Вон там полицейская машина движется. И не одна. Детками даже он на колясочках и на велосипедах и пешком. Он полицай. Я уже фото несколько сделала. Конечно, не видно будет, туда солнце сильное. Вот и заканчивается. Полицай медленно сопровождает. Спасатели и так далее.